Здравствуйте, меня зовут Павлова Ирина. Я посещала курсы Анатолия Сергеевича Донского дважды. Первый – это «Открой себя», и второй – «Постановка достижения целей». Оба раза я имела очень впечатляющий результат. Через 4 месяца после первого тренинга моя личная жизнь изменилась кардинальным образом, притом так, что я себе даже представить не могла. Я не ставила никаких конкретных задач, постаралась открыть себя для радости и гармонии. На второй тренинг «Постановка достижения целей» я пришла со стойким желанием изменить свое материальное положение. Но в ходе работы на тренинге я вдруг поняла, что моя цель абсолютно не соответствует моим стремлениям и личным убеждениям. Я переориентировалась быстро, как смогла, и стала работать над новой целью. Мне нужно было заговорить на английском языке. Притом нужно было сделать это в кратчайшие сроки. И у меня все получилось. А теперь я уже приступила к изучению немецкого языка. Вот. Я прекрасно понимаю, что в моих руках появился инструмент, с помощью которого я могу добиваться своих целей. Спасибо огромное Анатолию Сергеевичу Донскому за его курс. И спасибо всему миру, Вселенной, я даже не знаю, как это назвать, за эту уникальную возможность приобщиться к новым знаниям.